противник, а это очень одаренный гимнаст, двигательно, резкий очень. Это основное качество, которое оценивается в гимнастике, скоростно-силовое качество. Без него невозможно полные трюки, там сложные элементы. Ну, он хвастун. Будет похвастаться. Но какой-то он так похвастается и в то же время как-то подтверждает это иногда. Всегда почти. Это натура такая уже. Здесь ничего не переделаешь. И, может быть, и не надо переделывать. Официальный ущерб, это для вас ученик или друг? Ученик. Он приехал из Таджикистана. И у него не совсем обычная спортивная судьба, потому что Таджикистан не является гимнастическим центром или вообще воспитанием гимнастов не занимался этот город. И в 15 лет он приехал на Украину, в Харьков ко мне, и вот тренируется с 15 лет, вот ему 20 лет сейчас. Вот на Европе это его первый успех, что он стал чемпионом Европы на перекладине и на брусьях. Ну, характер это очень порядочный, очень честный. И, пожалуй, даже не хватает немножко спортивной такой злости, спортивной направленности. La différence de talent entre tous ces hommes est infime. Mais peut-être est-ce l'orgueil et une ambition forcenée qui interdisent à Vitali Tcherbo de renouveler une erreur au moment important. Друг друга уже 12 лет. Знаем слабые стороны, он мою знает слабые стороны, я его знаю слабые. Он мои сильные стороны знает, я его очень сильные стороны. В трудную минуту я, может, ему чем-то буду больше полезен, чем кто-то другой. Мне будет трудно, он может мне помочь. То есть взаимосвязь у нас очень хорошая, и поэтому прогресс всегда бывает. Когда взаимопонимание есть, тогда бывает хороший результат. Валера, чувствуешь вот это, да? А потом выход. Хорошо, хорошо, Валерочка. Да. Rare confession à la modernité. Rechercher grâce à l'ordinateur une mécanique du geste quasi parfaite. Robotiser l'exercice encore et encore. Travail ingrat du gymnaste, toujours soucieux de perfection. Я думаю, без надежды не тренируется ни один спортсмен, поэтому надежда, конечно, есть всегда. Главное, чтобы не расходилось сильно надежда и реальность. Реальность, в принципе, есть, но все еще, мне кажется, впереди основное состояние. Ну, вы знаете, это очень тяжелый вопрос, я, может, даже не попаду в команду, потому что, в принципе, уже все ясно. Но буду стараться до последнего тренироваться. Я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Ну, конечно, шансы у меня есть, довольно-таки прилично, я считаю. И я очень этого желаю. Я делаю все, чтобы... Не знаю, я буду сожалеть. Мне просто, если у нас выйдет Олимпиада, хорошо мы выступим, то я думаю, сожалеть ни о чем не будет. Каждый должен пройти свой путь. Ну, я даже рад, что я в наш финал не приеду. Потому что за те малые 6 лет, которые я здесь пробыл, дома лучше все-таки.
Il est des instants qui font tout oublier. Comme faire partie du 6 majeur consacré par un titre olympique. Leur adversaire le plus redoutable était sans doute leur propre impatience d'en finir avec les galères de l'entraînement. La dernière équipe de l'ex-URSS n'est certainement pas la moins grande. Le quotidien est très difficile à vivre. Chaque jour apporte son lot de soucis. Alors qu'au centre d'entraînement, l'après-midi est plus tranquille, Arkaïev n'est pas là. Il rejoint son bureau au ministère des Sports au volant de sa rutilante Mercedes. Le régime sait reconnaître les bons serviteurs. Avec en prime une plaque immatriculée 0010, un sésame contre les gourmandises policières. Si le survêtement fait l'entraîneur, la cravate fait le bon fonctionnaire, l'art de s'adapter. Arkaïev se préfère homme de terrain car il sait mieux que quiconque que si la Russie exporte facilement des techniciens, personne n'aurait l'idée saugrenue de solliciter ses bureaucrates. Я уже говорил, что я стал администратором по неволе, потому что мне хотели навязать начальником управления человек, которого я не уважаю, который я считаю дураком. И поэтому я пришел к руководству русского спорта и сказал, лучше я буду выполнять две работы, чем мной будет командовать дурак. И поэтому я стал работать. И уже раз назвался грузом, не полезая в кузов, как у нас говорят, и поэтому, хочешь не хочешь, приходится выполнять две должности. Да. Безусловно, дала. Во-первых, мы стали более самостоятельными. Все-таки, знаете, независимость, она и самостоятельность, она стоит очень дорого. Я понял, как уже как руководитель может быть. Но это все-таки есть возможность и поощрить, как следует, так сказать, кто этого достоин. И это является хорошим стимулом для наших спортсменов и тренеров с этой стороны. А еще второе позитивное, я считаю, что мы, в общем-то, стали по-настоящему мыслить и разбираться экономически. Nouvelle donne politique et économique met-elle en péril une organisation qui a pourtant fait ses preuves. Les multiples écoles de gymnastique réparties sur l'ensemble du territoire ont alimenté un réservoir quasi inépuisable d'apprentis champions. Exemple, l'école de Vladimir, une ancienne ville impériale située à 200 km de Moscou, qui a offert Andrianov et Artemov deux noms inscrits au panthéon de la gymnastique internationale. C'est là, dans ces lieux hantés du souvenir de leur idole, Vladimir Artemov, qui s'est entraîné ici durant presque 10 ans, que les gamins, dont les plus jeunes ont tout juste l'âge de la maternelle, viennent subir un apprentissage qui n'est déjà plus tout à fait un jeu. Я думаю, что прежде всего, может быть, это действительно от красоты самого вида этого спорта, спортивной гимнастики. То есть
Это, по-моему, в каждой любой стране есть свои трудности и есть свои прелести, которые тоже мешают занятиям гимнастики. Может быть, от того, что действительно у нас пока так трудно вот, в стране, и они занимают, они то, что, в принципе, других развлечений они не видят. Самого вида этого спорта, спортивной гимнастики. Просто идет в части более красивая борьба, красивые выступают ребята, красивые делают комбинации хорошие, сильные. Может быть, вот это заставляет их при виде вот этих качеств гимнастов уже взрослых заниматься младшим поколением на их примере. Coalition calquée sur les données géopolitiques conduit à l'impartialité qu'appelle l'équité sportive. Une épreuve de sélection pré-olympique qui aurait rassemblé plusieurs milliers de spectateurs dans n'importe quel palais des sports du monde a été organisée dans le décor dépouillé des gymnases d'entraînement. L'enjeu est mince pour les tout meilleurs. Il est essentiel pour leurs équipiers moins titrés. Gagner une des places encore en balance pour les Jeux Olympiques. Наталья Каринина, Украина. Оксана Чусаритина, Узбекистан. Оксана Николаевна, Россия. Оксана Гнижник, Украина. Светлана Закинская, Беларусь. Sa sélection à elle ne se discute évidemment pas.